23 августа в реческих магазинах и киосках «Союзпечать» свежий номер газеты «Телевид.Инфо» со специальным приложением «Семейный очаг» для наших читателей. В этом номере журналисты «Телевид.Инфо» расскажут об итогах социально-экономического развития реческого района за первое полугодие 2016 года. С чего начать бизнес в агроэкотуризме, сколько стоит собрать ребенка в школу, о других новостях города, района и страны. Из специального приложения «Семейный очаг» читатели узнают, как легче пройти период адаптации ребенка к детскому саду, для чего даются человеку испытания и как стать настоящей леди. Покупайте газету «Телевид.Инфо», порадуйте себя и своих близких интересной и полезной информацией.